Такие странные бывают вечера, как будто слышишь легкое дыхание, как будто с елки облетает мишура, а может, за окном увидится сияние над темными коробками домов, и чей-то голос вдруг прошепчет: «До свидания». И роется душа в обрывках снов, и ждет их воплощений ежечасно, и ловишь еле слышный звук шагов. О, как же эти вечера прекрасны! Второе. Обалденно написано, да? А второе. Давай нарисуем наш вечер густою лиловую краской, и золотом звезды рассеем, и выйдем друг другу навстречу с открытой душой, без опаски. Соврать мы уже не сумеем, ведь лица нам вечер укроет, лишь звезды в глазах улыбнутся, а звезды в глазах так правдивы. И сердце нам ночь успокоит, в прощальную эту минуту мы скажем друг другу счастливо. Очень славно, очень даже. Да, очень. Третье. Мне особенно третье очень понравилось. Mm-hmm. Вот, сейчас услышите, поймете. За окном темно, лишь луны пятно, в доме спят давно, тишина вокруг, только сердце стук, циферблата круг, стрелок тихий бег, длится целый век, нескончаем снег. Уж пора уснуть, задремлю чуть-чуть, под ногами путь. А куда идти по тому пути, не скажу, прости. Так, ну вот. Кратко, но точно. Шедевр, правильно? Хорошо.